Последняя вечеря. Время срочно чеканит каждую минуту на весу. Еще чуть-чуть осталось этой ночью с учениками пребывать Христу. Последняя беседа. Кто бы ведал, что этот миг — неповторимый миг, и что одним из них он будет предан, и что толпа будет кричать: «Распни!» Не я ли, Господи, в смущении и печали, не ведая секунды впереди, предателя не видя за плечами, ученики вечерять возлегли. Иуда тоже произнес: «Не я ли, Равви?» И в блюдо руку опустил за ним, и чашу пил последнюю он также с единственным Спасителем своим. Последние слова Христа о вещем пророчестве, сбывавшемся в ту ночь, о том, как Он перед Отцом трепещет, и воля исполняется точь в точь. Затем был сад и жаркая молитва, где капли пота были до крови. Последняя неистовая битва за искупление грешников земли. Был шум толпы с мечами и огнями. Иуда вышел: «Радуйся, Рави!» Поцеловал. И воины с мечами на суд к Синедриону повели. Ученики рассеялись в смятенье. Петр во дворе пригрелся у огня. «И ты из них!» — служанка в изумлении промолвила ему, всмотревшись взгляд. «Нет, нет, не я!» Петр клялся и божился, что не знаком с учителем таким. Затем пропел петух, и обнажился предательство исполненного миг. Затем Пилат, правитель достославный, ему дана была земная власть, Варавва иль Христос, решить по праву. Он сделал выбор, чтоб Христа распять. Был крест Голгофский, смех и бичеванье, плевки, глумления, удары молотка. Свершилось, и последнее дыханье, землетрясенье вдруг издалека. Свершилось для заблудших искупление. Христос исполнил миссию Отца, чтоб люди мира обрели спасенье, и чтоб Христос воскрес у них в сердцах. Аминь.